Вот из этих нехитрых цветочков, вот таких вот, вот такой. Вот такие вот. И корзиночка сейчас будем делать подсвечник. Идея не моя, эту идею я увидел в нашей группе ВКонтакте. Просто сестра, увидев такой подсвечник, говорит: я очень сильно хочу себе такой подсвечник. Их буду делать два штуки. Я, говорит, давно искала такой, именно такой хотела. Но нигде, говорит, не могла найти. Мы их будем делать вот сюда, вот так навариваем вот эти цветочки. Здесь вот так, это вот так. Вот так вот. А эти, ну, этот сверху будет. Вот так вот это будет навариваться. Вот так корзинка, сверху наваривается этот. И вот сюда вот вставляется потом свечка. Вот так вот она будет. Такой подсвечник. Получился вот такой вот подсвечник. Вот так вот.
Вот такой вот подсвечничек. Сейчас мы его маленько подшлифуем, покрасим. И все. И вот такую штуку мы будем ей дарить, как она просила. Так и недорого, как для сестры, что нам. Сильно не будем загибать цену. Ну вот так вот выглядит подсвечник в законченном виде. Покрылся, покрасился, покрыл патиной. Покрывал медь. И вот по большим, не знаю, видно, не видно, по большим этим золотом немножко. Получалось, пятачками так золотил ее. И краску немножко, чтобы было фактурнее, кисточкой саму краску прям потыкал, ну, тыкал так кистью, чтобы фактуру придать, чтобы патина ложилась вот на этот, везде на саму, на корзинку, везде, чтобы получше ложилось, чтобы больше было заусенцев всяких. Вот так вот. Вот такой подарочек сделали сестре. Все, всем спасибо, до свидания.